В одной из параллельных вселенных вот уже более 100 лет шло противостояние сил света и тьмы. Когда эти две мощнейшие силы сталкивались друг с другом, чаша весов всегда перевешивала в светлую сторону. Пока однажды... Ну что, сегодня мы заберем у людей свет! И лишим их радости и счастья! Наконец-то этот день настал! Люди не понимали, почему их жизнь стала серой и неинтересной. Они перестали верить, что их мир вновь может наполниться яркими красками. Но вот однажды жители города обратились за помощью к волшебнику и попросили его исправить это. Ведь добрых сил всегда больше. Но как бы он сильно ни старался, ничего не получилось. Он даже попробовал применить свое самое сильное заклинание. Но и оно не сработало. Волшебник еще долго думал, как найти выход из этой ситуации. Люди уже не надеялись на хорошее. Как вдруг волшебник сказал: «Чтобы жизнь снова заиграла яркими красками, каждый из вас должен найти свой внутренний свет. У каждого он особенный и уникальный. А чтобы найти его, обратитесь к своим самым добрым и сильным воспоминаниям, и только вместе вы сможете победить». Каждый житель города нашел в своей памяти воспоминание, которое согревало бы его душу. Это и дружба, и любовь, и добро, и искренность. Все это и есть частички света внутри каждого из нас. Наша жизнь – удивительная вещь. Она так быстротечна. Каждый из нас должен ценить каждое мгновение, проведенное с близкими людьми. И помнить, что счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Я не один, я один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один, я один из тех, кто идет вперед по пути наверх.